Что такое несправедливость? Это улица Российская. Сейчас я вам покажу фотографию, снятую полчаса назад. А вот видео, которое я снимал полгода назад. Несправедливость – это когда город по-разному относится к разным группам населения. На кого-то он годами ничего не тратит, а на кого-то тратит миллиарды, и причем весьма бездарно, привлекая дилетантов к решению транспортных проблем, которые только их усугубляют. Демократия – это когда деньги равномерно тратятся на нужды всех групп населения. И это не демократия. Это унижение. Демократия умирает, когда люди перестают быть политически активными. Поэтому, чтобы хоть что-то изменить и вырваться из тюрьмы убогой городской среды, нужно заниматься политикой, нужно выбирать тех людей, которые сделают вашу жизнь лучше.